Ну что, ребят, здравствуйте, приветствую. Мы снова в Sticker Driving, да. На этот раз мы будем играть на Супре. Моя мечта. Я больше, конечно, А80, чем А90, но это тоже одна из моих мечт. Прям очень таких, которые бы я хотел воплотить в жизнь. Бля, вот это, конечно, номер уебанский здесь смотрится. Либо квадратик тут снизу, либо сбоку его ставить 100%. ЖДМ же, ЖДМ. Диски, кстати, блядь, что это нахуй? Диски, ну, блядь, конечно, получше можно было бы найти. Прям попизже. Это прям такие, ну, пойдет, ну, хуй его знает. Вот, в принципе, моделька сделана очень хорошо. Блядь, просто бункер, нахуй. Вот это прям хорошо смотрится. На ней цвет даже белый такой, блядь, да ебаный. Не белый цвет, хорошо смотрится довольно-таки. Прикольненько. Сделано все прикольно. О, блядь, вот она, ну, нахуй. А фары... Хищница. Прикольно. Ну, знаешь, подобнее. Приятного аппетита кушать, приятного чаепития, кофе пить или пить воды. Приятного просмотра. Надевайте пледик, потому что поудобнее. Еще раз приятного просмотра, а мы начинаем. О, так, что здесь? Салончик, кстати говоря. Ну, да. Только для двух, конечно же, тут. Только для двух человек. Здесь все предусмотрено. Подлокотничка, блядь, хуй. Но, кстати, прикольно. Прикольно. Прикольно выглядит, как когда выделяются эти вот нити. Прикольно выглядит. Очень прикольно. Бля, я пассажира. Пассажиры здесь что есть? О, ебать, нихуя, здесь прям все прорисовано, даже светится, прикинь. Ну, вот это воздухозапорники прикольные, блядь, мерседесовские, наверное, BMW-шные даже больше. Не сказать, что А90 это BMW за четвертый, ну ладно. Стеклоподъемник, здесь что-то еще есть, блядь. Подогрев, вентилятор, так понимаю, да? Жопа, блядь. Бля, ну прикольно выглядит, когда вот... Прикольно, кстати, вот вроде прикольно, да? Ну так себе, типа, вроде прикольно выглядит, когда выделяются нити, но тоже так себе. Что у нас тут есть? Да, посмотрим, водитель сейчас. У нас у водителя есть два стеклоподъемника. Электрорегулировка зеркал, тоже подогрев, там, блядь, вентиляция, жопа, все, что можно. Вот. То, блин, все светится прикольно, коробка передач, все тут есть. Мультимедиа тоже прикольно. Ну, конечно, это по факту BMW просто и все. Просто BMW. Давай с тобой заведем ее, посмотрим, что да как у нас здесь. Ну, звук, конечно, поприятнее у нее, блядь, в жизни. Прикольно, вот это одна из моих мечт. Пиздец. Ну, здесь климат-контроль, все, все по фэншую, конечно, все это BMW-шно, все вы это знаете, все видели обзоры, да, чешо. Задний ход, вот он. Прикольно. Прикольно выглядит. Блин, ну вот сосочка же. Блин, реально, одна из моих мечт. Чё, давай. Let's go. Поугараем сегодня с тобой тут чуть-чуть, да? Да не, вот такое просто ставим. Так. О, ебать, чё она такая мыльная здесь? Ребята, чё? Кто занимается этим? Почему не прирезать? Блять, вот. Это меня расстроило. Что, блядь, камера заднего вида прям пиздец, прям мыльная. Давай чуть-чуть отъедем с тобой. Посмотрим, как она может это... Не, она прям пиздец мыльная. Бля, ребят, ну кто рисовал? Ну что это за хуйня? Все же охуенно, вот реально все классно сделали в этой машине, прям классно. Зеркала тоже, блядь, уебанство, конечно, блядь. Это, ну, отражение пиздец, ну ладно. Это, конечно, меня чуть расстроило. BMW-шная, блядь, но все равно это она. Попробуй, посмотрим, что это такое у нас. Тормоза у нас. Но она не так разгоняется в жизни. Тормоза. Тормоза у нас как у солярки, да, я помню. Или у Керри, типа, что-то типа того. Ну, рулится она. Ой, еще кидачи должна же быть.
Да, у меня же нету ТБС-ки. Я выключил ее. Ну, прикольно. 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 Ну, давай понаваливаем на моей мечте. Но она по-другому идет в жизни, намного по-другому, блядь. Ну это хуйня какая-то, блядь. Что это за пиздец? Самое мощное идет, что ли, блядь? Двигатель стоит тише. Ну смотри, ее даже не носит никуда. То есть она вот прям тормозит в одном. Вот смотри, сюда попробуем что-то. Смотри, видишь, ее никуда не носит, типа она прям тормозит четко. Здорово. Блин, все кнопочки светятся, прикольно. Классненько выглядит. Не, прикольно. Прикольно выглядит, прикольно все. Конечно, это жалко, что BMW. Но BMW мы любим. Я бы не BMW дрочил, но ладно. Где-то я такое уже слышал, кстати. Где-то я такое уже слышал. Интересно, где? Ну ладно. Блин, ну прикольно, не пох... вот ней похасанить можно. Приколдесно будет. О, блядь. А расход топлива у нас нету, что ли, блядь, еще? С бензин. Бензина еще достаточно, хочешь сказать? Давай, сейчас выйдем с тобой на трассу, попробуем что-нибудь изобразить. Красивое, наверное. Пробуем. Давай по новой, Миша, все хуйня. Но она быстрее должна разгоняться, намного быстрее. Либо овощной эти двигатели они сделали, ну, типа создатели модельки самые. Почему их все трясет на такой скорости? Ну, вот здесь кушал. И все, бля, и поехали на шашлыки нахуй сразу же. Я считаю, это... Ну, ладно. Если такой поток просто, ебнешься, какой... Какой-то машине нужно по красоте сюда делать. Да, хорошо, что я не повернул, блядь. Жёночка, блядь. Интересно, блядь. Интересно. Ебай, красота, нахуй. Давай, вот сейчас красиво надо делать. Музычку уже навалила, чувствую, да? Ну, здесь красиво, блядь. Только если вот так как-нибудь. Да, что-то творится, блядь, какая-то. Вот так вот только если, блядь. Что это за хуйня, блядь? Вот так вот, может быть, как-нибудь. Задел. Пиздец. Блядь, ну тут пизда, поток сейчас станет, нахуй. Делаем красоту сейчас, блядь. Сульту наводим. О, блядь. Ха. Прошу прощения за такое. Ну и все, и, блядь, докатался нахуй. Потом как-то непонятно, блядь. Там, видите, его вообще нету его, блядь. Они едут нахуй вообще пиздец медленно. То они ускоряются, то, блядь, где-то прям в одном месте он спавнится, и все, и пизда начинается просто, блядь. Просто хуй его знает. Как это и что это? Вот смотрите, вот видишь, заспавнились и все, это хуй проедешь, блядь. Понимаешь, на такой большой скорости, типа. Какой-то бред. Какой-то бред.
Но вот здесь хуй его знает. Вот так только. Где-то, где-то, короче, вот так, может быть. Вот так, блядь, чуть-чуть. Но здесь вот пизда. Ну что это, как, где я должен проехать здесь? Ну, блядь, ну... Ну, попробуем, нахуй. Только так, если на маленькой скорости, бля, красоту наводим, блядь. Давай, давай, еще побольше проеду. Бля, ну это пиздец полный, блядь. Как здесь, нахуй, что делать я должен, блядь, по-вашему? Бля, чуть-чуть задел, но не было ничего, нихуя, блядь. Так пизда, как тут, нахуй? Просто пиздец, как тут, блядь, что тут я должен сделать? Здесь можно как-то вот, ну вот так, блядь. Я хуй знает. Только если может как-нибудь вот так вот, блядь. Хуй знает. Ты, блядь, Пассат вообще ебать еле-еле едет. Хули ты, блядь, еле-еле едешь. И все, нахуй, мы встали, блядь. Прикинь. Просто встали, блядь. Вот такая игра, блядь. Здесь просто пиздец. Блядь. Как-то так, короче. Попробовали навести красоту, вроде, надеюсь, получилось, блять. Но я бы то не пролез, все, блять. Я хотел навести красоту, попробовал, по крайней мере, навести красоту, надеюсь, получилось эту красоту навести, как минимум. Давайте день пропаркуемся и можно, в принципе, заканчивать данную серию. Ну, ебаный рот, блять, давайте постоим, нахуй. Давайте будем стоять теперь, бля, вечность, ебаный. Просто, бля, реально Москвы, нахуй, просто, блядь. Ёбаный сыр. И Подмосковье тоже, кстати. Ну, это просто пизда. Просто я, бля, в ахуе. Знаете, поэтому такая вот, ребят. Такая, блядь, знаете, это, блядь... Факт жизни, на какой бы тачке ты не ездил, блядь, пиздата, не пиздата, даже гелик, нахуй, будет стоять рядом, блядь, с семерками, десятками, нахуй. Давай, блядь, давай, 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 припарковался. Охуенно, блядь. Охуительно припарковался. Все, блядь, можно вот так делать просто. И все, блядь. И вот так вот просто делать. И все, блядь. Ребят, вот такая вот серийка получилась. Прям прикольно. Не прикольно. Попробовали сделать красоту, навести суету просто вот на этой машине, на моей мечте. На одной из моих мечт, потому что я уже говорил, что есть еще одна моя мечта. Но мы уже на ней катались, вы уже видели. И тут еще сказал, что вот это и я 80. Ебать. Да, это мечта. Вот, надеюсь, я их, бля, выполню в жизни. Надеюсь, они, блядь, восполнятся в жизни. Надеюсь, я, блядь, ну, буду делать все, чтобы они восполнились в жизни. Друзья, ребята, такая серия получилась. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал обязательно, потому что, блядь, 70% смотрят, блядь, без подписки. Это какая-то хуйня, ебать. 23 только, блядь, смотрят подписка. Ну, что это за залупа, скажи мне. Это так не пойдет, ебать. Поэтому, да, подписывайся, ребят, да. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Спасибо тебе большое, что подписался, колокольчик поставил. Вот, если YouTube тебе не присылает уведомления, вот, на, вот смотри, на экране у тебя вот телеграм-канал высветился просто. Или в ссылочку в описании можешь зайти сразу же, оп, подписаться тоже, и все. У тебя будет сразу же уведомление о том, когда, блядь, выходит видео, зачем, почему, нахуй, и что будет происходить вообще на канале, и что я буду выкладывать, и тому подобное. Я там всем делюсь, даже, ну, своей жизнью иногда даже разговариваю с вами, да, что-то, блядь, ну, что-то такое инсайдерское, блядь, говорю. Поэтому подписывайся, если, ну, хочешь назвать первым или одним из первых
когда выйдет видео. Ну или просто там, значит, новое, да, там какой-то, если тебе интересно просто моя жизнь, то подписывайся. Вот, в принципе, все. Спасибо за просмотр. Еще раз, надеюсь, вам понравилось. Блять, увидимся в следующих играх или в следующих сериях. Давайте. Сэр, ну сосочка же, бля, сюда диски бы другие, ебать того рот, бля, ну она соска, нахуй, сюда другие бы, блядь, нахуй диски, блядь, другой цвет белый, прям, ну, такое, тут такое, хотя, ну, все равно хуй, знаете, спорная хуйня, да, красный прям ей пизда идет, но белый, ну, блядь, ну, на любителя, короче, но диски 100% другие, ну, поставьте, все, ну, давайте.